Давай пять. Все нормально. Я такой же IT-хомячок. У меня всегда был этот овертайм. Уже 12 лет прошло, как мы начинали. Текущие онлайн-конференции больше напоминают похороны. Все хотят стать девопсом. Но никто не становится. Питання від нашого таємного джокера. Все стоит денег. IT – это всегда деньги. Ти також є татом двох чарівних дівчат. Я должен за это батрачить, как проклятый. То мы выходим на уровень метапрограммирования. Что я себе сказал – нет. Привіт, IT-спільнота! Мене звати Аліна Гапієва, і я сьогоднішня ведуча нашого IT-шоу «Pulse Time». У нашому випуску сьогодні новий фахівець, нова спеціальність, але ті ж самі питання, які давно нас турбують. Десятки тисяч переглядів на YouTube, тисячі підписників в Telegram. Це вам далеко не жарти. Ну що ж, знайомтеся. У нашій студії сьогодні Java Tech Lead, Delivery Manager, незалежний консультант, співзасновник компанії XP Injection, крутий спікер та організатор конференції JConf, XP Days Ukraine, а також Selenium Camp. Знайомтеся, Ніколай Алім'янков. Всім привіт! Дуже приємно бути тут. Колю, ми раді вітати тебе і вдячні, що ти прийшов до нас поділитися своїм досвідом з нашими підписниками. Спасибо большое, що пригласили. Запрошений експерт має дати відповідь на 10 питань, за які отримує відповідні бали. За відповідь з теми спеціалізації – 15 балів. Професійне середовище – 20 балів. Відповідь про власне життя – 25 балів. А секретне питання від нашого таємного джокера принесе гостю 30 балів. У кінці року підрахуємо, хто з експертів програми набрав найбільшу кількість балів і відкрив аудиторію своєю відкритістю. Ну що ж, я знаю, що ти вже знаєш правила нашої програми сьогоднішньої. Я пропоную тобі взяти ту картку, яка на тебе дивиться найкраще. Я думаю, почнемо з голубеньких. І так, ти прям просто сьогодні зі мною на одній хвилі, тому що саме це питання я хотіла тобі задати найперше. Як ти став медійною особистістю? Що спонукає тебе писати пости, ділитися з підписниками власними думками? Медийная личность – очень такое интересное понятие. Я думаю, что это получилось не специально изначально, как мне кажется. Просто дело в том, что когда-то давно, лет 10, даже больше назад, наверное, мы начинали в 2009, а вот эта идея делиться с кем-то своими умениями, навыками пришла еще раньше, наверное, в 2007-2008. Ничего не было просто. Ну, то есть ты, когда хотел о чем-то узнать, и как сейчас там люди смотрят на расписание мероприятий, которые проходят, то каждый день можно там пойти куда-то или послушать что-то, или включить какую-то запись и так далее. А тогда ничего этого не было. И все люди были в таком информационном вакууме. И кто-то мог не знать совершенно базовые вещи, которые ты до этого уже давным-давно использовал на практике. И получилось, что я тогда переехал в Украину, это было в 2006 году, и здесь как-то начало по чуть-чуть что-то зарождаться где-то точечно. И я понял, что в моем опыте уже есть много чего, чем я мог бы делиться с людьми для того, чтобы люди вокруг тебя становились более грамотными, да, становились, росли, становились более грамотными специалистами, и тебе же становилось удобнее и комфортнее работать. И при этом ты развивался самостоятельно, потому что, как говорится, нету никогда лучше способа какую-то тему разобрать полностью, чем подготовиться для того, чтобы объяснить ее кому-то. И это было тогда вот два таких понятия, к которым я пришел, и я начал проводить какие-то локальные мероприятия в компании, в которой я работал. Ну, то есть это была прям совсем такая маленькая точечная активность, где мы проводили даже не тренинги, а такие мини-воркшопы, и просто показывали, что мы делаем на работе. Як тобі вдалося згуртувати таку величезну кількість класних спікерів і теж почати виступати їм? Так вот тогда, когда мы только это все начинали, да, получилось, что это даже не предполагало каких-то там развития как медиа, как ты говоришь, персона или как конференция или еще что-то. Предполагалось просто, что мы будем делиться этим. А потом появилось какое-то понимание, что ничего нету в плане даже мероприятий чуть большего масштаба, где собираются там сотни и так далее. Я побыл на парочке конференций там зарубежных, посмотрел, о чем рассказывают в программе
программе конференции там в соседних странах, в Москве, в Беларуси, и ни о чем, собственно, да, то есть ничего интересного там не обнаружил для себя. И мы подумали, а почему бы не начать здесь что-то попробовать сделать, да, это был... Слухай, а чем відрізняється, в принципе, виступ на конференциях в Україні і за кордоном? Чи є дійсно якась різниця, чи, в принципе, це йде однаково, як і в нас? Есть, когда мы начинали, вот как раз мы начали с того, что это должен быть достаточно качественный контент от практиков, ну, от тех, кто именно практикует. И мы поэтому сразу же старались готовить тех людей, которые выступают, да, чтобы они рассказывали то, что мы считаем полезным. На зарубежных конференциях, сколько я и сам выступал, и знаю многих людей, которые выступают, там так сильно по этому поводу не парятся. Там считают, что вот тебя отобрали, по тематике, по тому, кто ты там и так далее. И после этого с тобой особо никто не работает. Никто не старается там несколько раз прослушать твой доклад, разобраться в этой теме, подсказать тебе, что можно исправить. Считается, что просто ты придешь и будешь делиться своим опытом. И это нормально. Тобто з твоїх слів виходить, що українські спікери мають набагато більший досвід виступу і показують більш якіснішу інформацію. Ми здесь сильно відстаємо, як IT-індустрія в цілому, да? Тобто тут тяжело нам догнати, тому що в то время, коли у нас тут а-ля этот шиповник рос и ничего не происходило, за границей уже IT колосился вовсю, да? Поэтому когда за границей есть специалисты, у которых по 20, 30, 40 лет опыта, то у нас там люди с 10 плюс опыта, это уже там гуру, да? Поэтому тут вот такое так тяжело сделать, да, сравнение. Потому что я думаю, что европейские конференции берут за счет того, что у них вот эта зрелость людей, которые там выступают, она повыше. Да? У нас много молодых людей выступает. Но при этом по тому, какой контент у нас рассказывается и как люди рассказывают именно свои практические вещи, я думаю, что мы на достаточно высоком уровне. Скажи мне, будь ласка, какие бы ты порады дав тим, наприклад, девелоперам, да, або тим майбутнім спікерам, які, точніше, які хочуть ними стати людям, для того, щоб стартанути і почати. Сейчас у них все мега просто. Вот когда я ж говорю, когда мы начинали, этого всего не было. Сейчас есть огромнейшее количество митапов. Да? Я всегда советую всем одно и то же. Соберите у себя просто в компании, вот самый первый ваш шаг, да, соберите у себя в компании свою команду, соседние команды и поделитесь просто чем-то, что вы считаете должно быть интересно. Поэтому сейчас это возможность, лишь бы было желание. Да, некоторым непонятно, зачем это им. Вот это, наверное, самый большой барьер, да, чем «а где мне это сделать?». Потому что «где» сейчас просто колоссальное количество возможностей. Ну что ж, Николай, ты отримав вже своих 15 баллов и навіть більше, я вважаю, за таку класну розгорнуту відповідь, особливо для початківців, які хочуть стартувати себе в ролі спікера. Ідемо далі. Супер. Скажи мені, будь ласка, яка... Какой самый дорогой, напомню. Итак, найдорожча в нас чорна картка. Це готував Джокер, ці питання. Угу. Людина, яка достатньо до тебе дотична і добре тебе знає. Ну, давай попробуємо. Вот такую большую. Держи. Ну що ж, така велика картка і ось таке наступне питання. Як ти думаєш, за якою парадигмою мов програмування майбутнє? Об'єктно-орієнтованою, функціональною чи процедурною? І яка з них залишиться через 20-30 років? За парадигмою? Ну, я думаю, що точно процедурною к нам не вернеться. Вона вже почти себе ісчерпала і, наверное, вона буде не з нами. А функциональная и объектно-ориентированная, я думаю, что с нами останутся навсегда, пока не будет придумано что-то новое, да, потому что, возможно, у нас будет какое-то совершенно другое будущее в плане квантовых вычислений и так далее, и под квантовые вычисления, возможно, у нас будут совершенно другие парадигмы программирования, тут тяжело загадывать. Но, на мой взгляд, эти две парадигмы, функциональная и объектно-ориентированная, они идут рядом, и они сейчас начали еще достаточно тесно переплетаться. То есть в той же самой Java, например, нету такого, что вот только объектно-ориентированное и все, и никак по-другому. И все больше и больше каких-то функциональных вещей появляется как в самом языке, да, так и вокруг него, да, в библиотеках и так далее. Потому что считается, что для определенных задач гораздо лучше использовать именно функциональное парадигму. Поэтому, я думаю, они обе будут с нами еще долгое время. Ну что ж, я рада это чути, потому что мне действительно подобается Java. Ідемо далі. Скажи мені, будь ласка. Такий простий вопрос. Скажи мені, будь ласка, яка тобі картка зараз найближча по твоєму духу? Давай, візьму от цю зелененьку. Зелененьку. Персональне питання. Давай. До речі, достатньо цікаве питання, і я думаю, що всім би хотілося почути на це питання відповідь. Ви з дружиною є співзасновниками XP Injection.
Що потрібно проговорити в парі, перш ніж починати спільний бізнес? Ох, це хороший вопрос очень. Потому что, мне кажется, большинство людей вообще не могут в паре начинать совместный бизнес. И моя даже большая рекомендация – не смешивать работу и личную жизнь. Это зло. Вот а як вдається тоді раз? Як вдається не переносити робочі питання додому? А не удається. Не удається. І це одна із проблем, тому що нельзя. Ну, я не знаю, если ты, например, работаешь на стройке, наверное, это проще. Ты там клал кирпич, кирпич закончился, ты сел, поехал домой. Дома вряд ли ты приходишь и опять кладешь кирпич. Да, с IT немножко по-другому. Потому что ты остаешься подключенным к просторам интернета, да, и ты где-то кого там что-то почитал, где-то там увидел, что что-то кто-то сделал, да, и оно так переплетается в твою жизнь, что если ты еще и работаешь вместе там со своей супругом или супругой, и это постоянно, ты хочешь это тут же обсудить, а оно уже вроде как не вписывается в рабочее время, да, потому что нету понятия рабочего времени у айтишника, у большинства, по крайней мере. И вот это, и тогда получается, что нету разделения между, а вот тут у нас как бы такая жизнь, да, а тут у нас работа. И это очень тяжело разделять. И я скажу так, что это, ну, прям очень достаточно большой стресс вот так вот работать. А як на рахунок взагалі конкуренції? І буває таке, що чиїсь успіхи є важливішими? Не знаю, вот тут мне тяжело сказать, потому что мы как-то изначально делали... Идея была вместе, да, изначально мы вообще начинали втроем, и был я, Леша Солнцев, ну, Леша Солнцев, вы должны знать, он долгое время провел как раз на просторах Инфопульса, и Аня нам тоже помогала, да, вот, потом у нас немножечко разошлись дороги, Леша пошел заниматься другими делами, да, и мы уже с Аней продолжили, и... Ну, так просто получилось. Я бы так сказал, что если бы изначально мы к этому относились как к бизнесу, то могло бы все закончиться хуже. Да, мы просто изначально к этому не относились как к бизнесу вообще. То есть это было как такая штука, как «а давайте создадим что-то своими руками, комьюнити», да, потому что этого не было. Давайте это построим, это будет прикольно. Никто не знал, есть там деньги, нет там денег. Вообще никто не знал, это не, совершенно было непонятно. Причем это был даже очень большой риск. А вообще, ну, мы не потеряем там деньги, наоборот, не уйдем ли в убыток. Да, и потом появился консалтинг, потом появились тренинги, потом появилась куча всего другого. То есть мы к этому не строили как бизнес. Но когда оно начало уже превращаться в бизнес, вот этот фактор вылез очень сложно. Да, потому что, я же говорю, очень тяжело стало разделять. А уже разделиться... У нас не было понятия, там, чей успех больше, потому что мы все равно это делали вместе. Да? Но вот эта штука, что вот кто-то зарабатывает и делает для этого какие-то усилия, а другой делает другого рода усилия, то сравнивать одни усилия с другими, где-то оно все равно проскальзывает. Именно поэтому моя главная рекомендация – не делать так. Видно, что Аня є душею ваших конференцій Selenium Camp и G-Conf. Тому... Это круто. Дійсно, величезні молодці. Йдемо далі, 25 балів, ти заробив навіть більше. О, це дорогой. Так, давай, яких ми не тянули? Жовтих ще. Давай, жовтенькі. Selenium Camp, G-Conf, Expedays. Організовані вашою командою достатньо не є популярними. І ваша відмова в тому році від онлайн-формату болісно сприймалася ком'юніті. Чи плануєте ви переходити в онлайн? Чи все ж таки ви будете чекати кінця карантину? Здесь треба дуже чітко розуміти, для чого і чому робилися ці конференції. Всі конференції, які ми робили, робилися не як конференційний бізнес. Эти конференции делались по тематике, в которой у нас есть экспертиза, большая экспертиза. И поэтому нам бы хотелось, чтобы эта тематика и экспертиза развивалась в Украине. То есть мы никогда в жизни не будем делать конференцию по .NET, да, потому что нету экспертизы, да, зачем это делать. То есть это не бизнес. И мы пытались сделать комьюнити, в рамках которого мы общаемся с кучей людей, да, я там уже знаю огромное количество людей в Украине, да, то есть это такое, как домашнее такое, полудомашнее мероприятие, для нас, по крайней мере, да, мы его всегда так воспринимали. И в онлайн мы его не представляем. И поэтому, когда стал вопрос, а переходить ли в онлайн, для нас это не бизнес. Раз это не бизнес, зачем это делать?
Ну, то есть мы не прогорим от этого, да, мы не уйдем в какие-то убытки, у нас нету, не знаю, компании, которая занимается именно конференциями, у нас нет своего там суперконференционного оборудования и так далее. Это не то, чем мы занимаемся. И поэтому ответ был однозначным – нет. После этого мы сказали «окей», потому что были люди, которые приходили и говорили «да нет, вот давайте поднимем площадку, сделаем совершенно по-новому». Я даже в один момент загорелся, а действительно, давайте сделаем полный интерактив, да, и попробуем переделать онлайн-формат, да, сделать его таким, какого еще не было. И потом думаю, ну ладно, я посмотрю, как это будет развиваться. Я сходил на несколько мероприятий, и вот у меня сейчас, мы в перерыве уже это обсуждали, у меня сейчас очень хорошо в голове сидит фраза одного из знакомых, что с текущей онлайн-конференции больше напоминают похороны, чем какое-то образовательное мероприятие. Все очень грустно, очень, очень так все... Ну, я не знаю, без огонька какого-то, да, то есть вообще ты просто безэмоционально проводишь это, да, как просто ты включил телевизор, посмотрел, что там происходит, и выключил телевизор, все, на этом все заканчивается, еще призы разыграли, вот, и это стало так грустно все, я когда на этом побывал, что я себе сказал, нет, ну вот, если кто-то хочет этим заниматься, пожалуйста, мы этим заниматься точно не будем. Чи міг би ти більше розповісти, які цінності сповідує ваша команда? Это очень хороший вопрос. Одна из основных вещей, на которую мы клоним, это экспертность. То есть мы не будем, как это сейчас модно и популярно, инфо-цыганами. Ну, это такое очень популярное выражение, да, когда люди приходят, а, что тут, я разобрался, все, я сходил на тренинг по личностному росту, плюс посмотрел 2-3 видео, отлично, я пошел рассказывать другим людям, как им надо жить, да. И табор пошел, да. Вот, это сразу нет, да, то есть вот одно из – это экспертность. Если мы эксперты, мы можем что-то на этом делать. Если мы не эксперты, мы не можем этого делать. Второе – это получение не только материальной, сколько, скажем так, моральной выгоды, да, то есть мы должны понимать, что то, что мы делаем, что-то изменяет. Если оно ничего не изменяет, и мы приходим, и мы понимаем, что… Было такое многократно, когда нас пытались нанять на консалтинг, и мы понимаем, что из этого ничего не выйдет. Ну, все, здесь ничего не произойдет. Мы просто отказывались от контрактов, хотя это были достаточно выгодные контракты. То есть это не коммерческое, скорее, желание, да, желание что-то делать и что-то приносить и что-то изменять. Если мы видим, что этого не происходит, то мы не беремся за это. Ну що ж, 20 балів твоїх, переходимо Супер. Далі. В якому сегменті ринку Expinjection є лідером? І які послуги ви надаєте краще, ніж будь-який ваш теоретичний конкурент? Чому XP Injection? Да, откуда это вообще появилось? Это тупость полная, ну, имеется в виду само название, но мы из принципа его не меняем. Да? Это одно из вот того, что мы как придумали, так и идем. Это мы придумали в далеком, наверное, 2008 году или 2009, потому что мы тогда были и сейчас до сих пор являемся фанатами экстремального программирования, инженерных практик, и мы их делали, и их очень мало кто делал. Автоматизация, тестирование, CI и прочие вещи, TDD. И мы тогда начали вот это и обучение, и тренинги, и консалтинг по этому поводу. И получилось так, что это вообще ниша, в которой никого нет. Вообще никто ничего не может предложить на рынке. И мы сказали, это будет вот наше основное, чем мы будем заниматься, да. И оттуда уже потом начали вот эти инженерные конференции. Конференция с Селениумом, почем? По автоматизации тестирования. Конференция XP Days Ukraine, о чем? Об инженерных практиках, об архитектуре, сейчас уже DevOps туда присоединился, да, то есть об инженерной культуре. GEConf, технологии, да, та ниша, в которой мы, и как их адаптировать и влить в разработку, которая была бы действительно быстро и эффективно. То есть это все об этом же, да, и мы вот как пошли, так и пошли. И XP Injection, что мы тогда придумали, что мы будем помогать компаниям внедрять XP и становиться более, скажем так, инженерно-практичными. Кто є вашими клиентами? Нашими клиентами есть совершенно разные компании. Если раньше мы говорили о том, что мы работаем там где-то со стартапами, которые сами чего-то не умеют, с какими-то компаниями, где-то учим аутсорсеров, много было именно таких корпоративных тренингов и обучения аутсорсеров, то сейчас такой широкий спектр. Это и банки, да, мы сотрудничаем с несколькими банками, крупнейшими в Украине. Это медиакомпании, это ритейлеры, это очень, ну прям много стартапов при этом по-прежнему. Уже 12 лет прошло, как мы начинали. И за все это время не появилось кого бы то еще, кто бы вышел на этот рынок и сказал, о, мы тоже вот умеем такое делать. И мне кажется, потому, чтобы выйти на этот рынок и предложить себя вот в этой нише, надо реально быть прям очень экспертом.
просто гораздо, как это, low-hanging fruits, да, есть, когда люди приходят и говорят, о, там есть agile, да, я просто стану консультантом по agile, о, я стану консультантом еще там по чем-то, да, который гораздо проще, потому что тебе не надо вот эту многолетнюю экспертизу пробуривать. Вот, и это просто ниша не заполнена. Если кто-то хочет автоматизацию тестирования на серьезном уровне, да, инженерные практики у себя в команде и так далее, инженерную культуру, почти никого нету, кто бы мог хоть что-то там сделать. Точечно появляется, вот сейчас вот с появлением DevOps-культуры, DevOps-направления, вот в ней стало больше чуть-чуть появляться. Останнім часом, мені здається, DevOps стає занадто популярним, хоча б навіть не занадто, а дуже популярним. Хайповим, я так, би так сказав. Так, то есть, всі хочуть стати DevOps. Ну, ніхто не становится. І це правда. Давай на цьому закінчимо, перейдемо до наступного. Тянем білет. Ну що ж, карток все менше, а питань до тебе залишається так само багато. Ми дізналися про тебе таку інформацію, що ти навчався в Білорусі та Німеччині. Скажи мені, будь ласка, в чому основні відмінності підходу до освіти? В Білорусі чи в Германії? В Білорусі і Німеччині. Яка різниця між ними? Я би так сказав, що у нас, і я сразу, как это, загалом скажу, да, в постсоветских странах мы учим какую-то дребедень, если честно. Она до такой степени оторвана от реалий жизненных. Да, мы учим какие-то теоретические предметы. На тот момент, когда я учился, у нас была физика ЭВМ, где мы тыкали проводочками в какую-то плату 80-го года. Абсолютно непонятно для чего. Ну, то есть, любого человека на потоке спроси, зачем тебе вот этот, этот и этот предмет, все скажут, без понятия. Да? И мы это все учили, реально, ну, то есть, прям такие очень серьезные предметы там были, да. И они абсолютно никому не пригодились в жизни. Потому что наша система образования, она очень негибкая, она очень тяжело адаптируется под реалии. В за границей, я не могу судить по большому пространству, да, я учился в одном из немецких вузов, у нас была удаленная программа совместная с нашим белорусским, мы туда тоже ездили, но у нас очень много предметов начитывали нам удаленно, да, их преподаватели, наши ездили туда, обучались и привозили уже по-новому совершенно. У них все направлено на практику. То есть вот ты даже физику, ну, нам читали курс физики, и курс физики был весь практический. Ну, то есть тебе пытались объяснить, зачем это нужно тебе, да, и как это тебе поможет. Software engineering. У нас мы писали на какой-то дичи полной, да, то есть мы реально там Delphi, мы пытались там что-то делать на Delphi. Там это было по умолчанию, там Java или .NET или еще что-то. И уже сразу с подходом не просто давайте сделаем какую-то формочку, на которой чисто какое-то упражнение, да, а давайте сделаем проект, который должен выполнять какую-то цель. Мы пойдем от цели и дойдем до того, чтобы принести результат. Да? То есть вот это гораздо серьезнее там прорабатывается. Плюс не было такого понимания, что ты должен все отработать там до каждой последней пары. Не дай бог, ты пропустишь какую-то пару. Всем было абсолютно начхать, был ты на парах или не был ты на парах. Всем было очень важно, ты понимаешь, что это или не понимаешь. И вопросы, которые задавались там на той же сдаче какого-то там экзамена и так далее, тебе не задавали по билету, как у нас было. Расскажите там, что происходит там, там-то, там-то. Докажите первую теорему там того-то. С тобой разговаривали, да, и пытались понять, ты понимаешь или не понимаешь. Это то, как у нас на собеседовании сейчас происходит. У нас собеседование делится в стране на две части, где тебе просто задают вопросы теоретические. По листочку. Да, чуть ли не по листочку. А есть, где с тобой разговаривают и пытаются понять, что ты знаешь. Да? И люди, которые проходят вот эти полисточковые собеседования, могут легко завалиться вот на том. И наоборот, если человек по листочку не может, он так не структурировал свои знания, но он много чего умеет, ему гораздо проще вот это сделать, да? Показать, что он умеет. И вот это ключевое различие. Ти зараз являєшся топовим спеціалістом у цій області, да, в області, наприклад, Java. Скажи мені, будь ласка, чи займаєшся ти надалі самоосвітою? Я участвував, я слухав, я пробував щось, да, я смотрел на нові якісь речі, тому що індустрія біжить вперед. И то, что ты знал вчера, и тебе казалось это супер современно, супер классно, завтра это уже устаревшие знания, которые никому не нужны. Ты також є татом двох чарівних дівчаток. Скажи мені, будь ласка, чи думав ти, на що робити акцент у їхньому вихованні? Мови, математика, творчість? Да. Есть всего лишь три показателя, с моей точки зрения, чему должны учить люди, учить детей. Потому что никто не знает, будут ли нужны бухгалтера, или будут нужны айтишники, или будет нужен еще кто-то. Абсолютно бессмысленно сейчас пытаться выбрать какой-то карьерный путь и его построить. Потому что когда твой ребенок закончит через там, 10 лет или 7 лет, неважно в каком возрасте он начал, закончит школу или университет, этой специальности может уже не быть.
все, и оно просто исчезнет. Абсолютно. Поэтому это бессмысленно. Да? Первое, к чему нужно учить, это умение учиться. Это супер навык, да? Потому что нам его отшибали напрочь в школе. Нас заставляли что-то зубарить, кто-то учил предмет, учил реально, просто ничего не понимал, просто заучивал это. Это абсолютно бесполезный навык. Ты не сможешь развиваться дальше в жизни. Умение учиться. Какая бы штука ни была, какое бы направление ни было, ты должен уметь учиться. Прийти и начать учиться. Знать, что ты ничего не знаешь, признать, что ты новичок, и уметь учиться. Это супер навык, первый навык. Да? Второй навык – это социальный навык. Это навык умения находить общий язык с людьми и эмоциональный интеллект. Ты должен понимать, почему люди делают те или иные вещи, почему они совершают поступки, как на это повлиять, как тебе не становиться ни эмоциональным вампиром, ни страдальцем, ни каким-то другим. Да? Это очень важно. Да? Без этого очень тяжело. И, как это сказать, мне тяжело это сказать ни по-русски, ни по-украински, be smart. Ну, то есть быть сообразительным. Сообразительность – это даже не то чтобы логика, да, это именно сообразительность. Сообразительность ценится в нашем мире на самом деле гораздо больше, чем какие-то теоретические знания. Теоретические знания очень быстро устаревают. Ты сегодня эксперт в этом, завтра не эксперт. Но если ты, умеешь учиться, ты достаточно сообразительный, ты быстро схватываешь, и ты умеешь коммуницировать с людьми, ты будешь успешным в любой специальности. Я поступил на третье образование. То есть у меня должно было быть три, еще было экономическое. Я доучился до третьего курса на нем и сказал, что все, нет, я просто не буду его заканчивать. И ни капли не жалею. Потому что если ты умеешь учиться, то те навыки, которые тебе понадобятся, ты просто их получишь. Тебе надо прокачаться, не знаю, в бухгалтерском учете, не знаю, в какой-то основах экономики, основах банковского дела. Welcome! У тебя огромное количество международных курсов, которые сейчас открыты онлайн, ты можешь спокойненько их пройти. Есть офлайн, есть мини-MBA, иди получай. Но тогда, когда ты поймешь, что тебе это надо, а не просто накапливать знания и думать, а потом я, наверное, стану суперэкспертом, и вот тут-то у меня наступит счастье. Ну, не наступит таким образом. Ну що ж, я зрозуміла, що навчатися потрібно кожного дня і всьому, щоб бути дійсно класним експертом і спеціалістом своєї області. У нас залишились для тебе ще питання. Питання від нашого таємного джокера. І саме до тебе. Хмари і мікросервіси. Це краще, що людство може придумати на даний момент? Чи ти очікуєш якогось іншого підходу? Да, это не то, чтобы лучше или не лучше. То есть то, что появились облака, это стало гигантским просто прорывом. То есть у нас появилась облачная разработка. Является ли это нашим топовым достижением? Да нет, даже близко. Микросервисы уже стало понятно, что это только переходной период. Мало этого, это переходной период в той фазе, когда мы еще не определились, а что будет дальше, потому что сейчас очень большой разрыв между теми, кто еще не впрыгнул в паровоз новых технологий и новых трендов, да, и там облако используют, ну, или вообще не используют, или еле-еле используют, и те возможности, которые из коробки дает многие сервисы, то есть можно на текущий момент строить целиком системы, просто не программируя, да, просто беря определенные сервисы, соединяя их между собой. И мне кажется, мы это еще до конца не можем нормально сделать. А уже есть следующий шаг, и следующий шаг, он уже понятен. Это serverless, это то, что у нас уже есть, да, это лямбда-функции, которые могут запускаться где угодно, и из которых можно делать совершенно нового типа приложения, и совершенно по-новому эксплуатировать те же сервисы в облачной инфраструктуре, которые есть. А это уже понятно. Но сейчас до такой степени широкая разбежность между теми, кто еще в мире... Монолит — это неплохо, я не буду называть в мире монолитов. В мире просто такого стационарного, скажем так, дата-центра и приложений тяжеловесных, которые куда-то деплоятся и что-то делают. И вот тут вот эти лямбды, да, которые там запускаются тысячами в облаке, масштабируются и так далее. И между ними сейчас гигантский разрыв. Кто-то чуть-чуть в микросервисах, кто-то больше в микросервисах, кто-то целиком на микросервисах, кто-то разочаровался в микросервисах и вернулся на шаг назад, но уже переосознанно и начал делать это по-другому. Сейчас это такой дикий запад, да? как в мире JavaScript, вот, где каждый день рождается по 10 фреймворков и столько же умирает. Вот, так же и здесь. То есть получается, что мы еще не определились, а для чего что хорошо и что конечная точка. Конечная точка точно еще не скоро наступит. И мы не подошли даже к пику ее. Потому что с как раз облачной инфраструктурой, с вот этой самой слово elasticity, то есть с возможностью безгранично почти расширять свои возможности по запуску чего-то,
мы еще и до сих пор не подошли к лимиту идей, которые были бы, да, то есть вот придумали лямбды, и лямбды развивают, они еще не на пике популярности, то есть они популярны, но они еще не везде, и не все далеко что-то попробовали там делать, да, потому что разрыв вот этот гигантский есть, люди еще до микросервисов еле добежали, а тут уже им говорят, смотрите, уже лямбды есть там впереди, им тяжело туда стремиться, и надо ли им туда стремиться, вот вопрос, да, потому что какие твои прогнозы на майбутнє? В ближайшие несколько лет это точно будет больше и больше популяризация серверлесса. Это прям точно. Это выгодно тем, кто его продает, это выгодно, с другой стороны, тем, кто его покупает, и тот, кто на этом что-то строит. То есть это win-win. Але це достатньо коштовні технології. Все стоит денег. IT – это всегда деньги. Вопрос только в том, что деньги на текущий момент гораздо больше платятся за людей в IT, чем за технологии в IT. И сейчас есть возможность маленьким количеством людей сделать технологическое решение, которое будет целостным, которое будет давать возможность проверить идею. Тому ты рекомендуешь, я так зрозуміла, не экономить саме на новітніх технологиях. Абсолютно. Но и при этом не бежать в них сломя голову, потому что получается, что сейчас многие компании начинают делать микросервисы без умений и навыков, как их делать, это раз. А во-вторых, без понимания, зачем они им. В итоге что получается? Плохие микросервисы. Но плохие микросервисы, в отличие от того же плохого монолита, гораздо хуже, чем плохой монолит. Потому что если то еще можно там как-то куда-то переписать, у тебя есть хотя бы надежда, тут надежды уже нет. Получив плохие микросервисы, а что следующее? Нечего следующего предложить. И ты уже понимаешь, что у разбитого корыта. Назад вернуться есть такой вариант, да, но это уже признание своего поражения. Окончательно еще больше усугубляется это все. Люди начинают уходить. Была одна компания, которая когда начала схлопывать назад в монолит, потому что поняла, что микросервисы не удались. Люди начали уходить из компании. Они говорят, не-не, мне интересно микросервисами заниматься. Я не хочу опять в монолит возвращаться. Ну що ж, цікаве питання. Я думаю, що можна було б більше навіть про нього говорити. Можливо, я думаю, в коментах ми 100% почуємо від наших підписників якісь питання і ідеї на рахунок цього деталі. 100%. Пропоную рухатись далі. Давай, от далекий від мене вопрос. Давай. І так. Дуже, до речі, класне питання. Ти такий поборник work-life balance. Але сьогодні ти навіть в нашому інтерв'ю декілька разів говорив про те, що дуже часто приходиться перепрацьовувати. У тебе був дуже класний такий пост, да, про те, що ти писав, перше, осознання того факта, що невозможно переділити всі важливі діла. Второе, практика доводити діла до завершення. Третє, правило не займатися роботою в неробоче время. Звучить, правда, це супер, але що робити, якщо менеджер вимагає іншого і постійно кидає задачі, вимагає термінового виконання? Слушайте, ну это... Это очень хороший вопрос, мы на него давайте чуть больше времени потратим, да, потому что он прям очень горячий. Это совершенно... У нас есть принцип какой-то, не знаю, какого-то IT-рабства, что ли. Я не знаю, почему он взялся. Мне кажется, он взялся от нашей ментальности. У меня есть такая теория, что когда IT стала индустрией, в которой появились деньги, ну, а появились деньги не потому, что тут у нас IT-мека, а потому, что IT начал приносить на международной арене, диджитал-функции вообще компании стали приносить деньги, компании стали в них вкладываться, им нужны IT-шники, они их готовы покупать. И так оказалось, что их готовы покупать во всех странах, а не только в тех странах, где эти деньги есть. И получилось такое социальное неравенство, что в тех странах, в которых средний уровень жизни не очень, Индия, Пакистан, Манила, еще что-то, да, то есть и Украина в том числе, да, Украина, Беларусь, там, где обычные люди получают мало, а айтишникам готовы платить высокие зарплаты. И это воспринимается как, ой-ой-ой, мне же так в жизни повезло, да, это же такая удача, я должен за это батрачить как проклятый, чтобы эта штука от меня не ушла, да, потому что я должен. И вот это вот «я должен», оно укореняется в сознании, и люди начинают дико овертаймить, да, люди начинают пытаться сделать больше, чем от них, ну, чем от них требуется по их должностным обязанностям и так далее. Вот это одна из сторон, которая потом практически складывает такую ощущение, что мы здесь в таком в рабстве. Потому что ты, когда приходишь, начинаешь работать с другими специалистами из других стран, там из США, из Польши, соседи буквально, да, соседние страны, там такого близко нет. То есть человек пришел, он говорит, это работа моя. Вы помните, эй, это работа. 6:00 я до дома, да? Там никого нету. Все, 5 вечера, все, все говорят, сорян, но я сегодня работал с 9, поэтому до 5, обед у меня был маленький, я с собой принес собоечку. 5 вечера я пошел.
И вот эта попытка менеджера, эй, ребята, дедлайн и так далее, они говорят, ребята, это у вас дедлайн. Наймите больше людей, если у вас ви не успіваєте зробити. Як ти робиш сам в таких ситуаціях, вот, коли у тебе горять дедлайни, реліз завтра, ти не я такой же IT-хомячок, который начинал в этой же ментальности, поэтому оно у меня в подкорке уже головного мозга точно так же сидит. Его очень тяжело оттуда выгнать. Да, его можно выгнать только уже новым поколением айтишников, которые пришли и говорят, а что ты должен типа вкалывать больше? Да? Я буду вкалывать в это время и так далее. Поэтому а у меня еще сложнее, потому что всю уже, ну, такую большую часть своей карьеры я работал, у меня было основное место работы, и плюс у меня было еще что-то. Ну, то есть вот консалтинг там, да, мы начинали конференции, это же тоже куча времени. И я же не мог, типа, не работать и делать это как-то. И поэтому у меня всегда был этот овертайм. Ну, а-ля просто сколько его было. Я помню, что я работал выходные напролет, да, я работал вечера напролет и так далее, да, то есть этого было много. И оно до такой степени укоренилось у тебя в жизни, что потом его очень тяжело оттуда вырвать. Які твої рекомендації для того, щоб все ж таки зберігати цей work-life balance? Вот надо быть жестким с собой, вот надо себе просто жестко объяснить, что я хочу этого, да, я должен так делать. И если мне на текущем месте работы, потому что я понимаю, что вопрос был изначально, а что если я вот в этом IT-рабстве, там, да, и мне все это не нравится? Не нравится, потому что некоторые люди видят в этом развитие. Ты можешь благодаря такому пути быстрее развиться, больше чего-то попробовать и так далее. Но если ты понимаешь, что это IT-рабство, и тобой пытаются манипулировать, то в этом случае очень простой совет. У нас широкий рынок IT в Украине. Вы можете подняться и уйти в другую компанию. Перед этим очевидно, в шаг, который у нас опять очень тяжело айтишники делают, надо дать обратную связь о своих ожиданиях. То есть ты должен прийти к руководству и честно и открыто сказать, ребят, смотрите, я не настроен на такую работу, вы меня нанимали, да, на определенные ожидания, у меня есть определенные ожидания от вас, они заключаются в том, что я работаю от сих до сих, да, возможно, где-то вот тут, да, но не более чем. Як працюють ці правила у власника свого бізнесу? Тяжело. Вот я же когда писал вот об этом, да, я же говорил, что я не чемпион во всех этих правилах. Я суперчемпион во втором правиле. Доводить дела до конца и дробить их на маленькие дела. Это я делаю уже много лет, я делаю себе много маленьких дел. Когда у меня появляется какая-то идея, я никогда не сажусь и не говорю, да, надо сейчас что-то это заняться там и так далее. Нет, я ее всегда тут же записываю, закидываю на какое время, когда я ее буду делать, и у меня это всегда. И я каждый день стараюсь закрывать N задачи, которые достаточно где-то крупные, где-то не крупные, я их дроблю и так далее. Именно закрывать вот это ощущение доделал, 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 доделал. И когда у меня пустой список, я ощущаю, что все. В первом по поводу того, что дела не переделать, я уже тоже достаточно достиг. Но иногда срываюсь. Мне кажется, нет, вот это точно важное нужно закрыть, а завтра ничего уже важного не будет. Так никогда не бывает. Это абсурд. Вот в третьем я, конечно, еще слабоват. То есть в плане того, чтобы вот разграничить себе и сказать, вот время закончилось, там, 7, и я полностью все отложил, типа, все, ничего не трогаю. Нет, все равно где-то ты сидишь, думаешь, а, сейчас, пока есть время, там, что-то полистаю, и потом, оп, и уже ты туда провалился, да, такое бывает. Два главных совета по поводу выгорания. Первое, это делать то, что действительно вам приносит удовольствие. Ну, то есть, если вам нравится разрабатывать на Java, разрабатывайте на Java. Но если нет, вы неизбежно выгорите. Ну, то есть вам это будет в муку, и оно будет вас мулить, 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 и это приведет по-любому. А второе – это иметь достаточное количество хобби и интересных вещей, семья, хобби, что-то другое, на что можно было бы переключить внимание, которое бы по-настоящему переключало внимание. Я тебе зрозуміла. Ну що ж, я думаю, ти достатньо повно відповів на дане питання. Дякую тобі величезно Супер. За нього. Йдемо далі. Поїхали. Давай вот это жовтенько. Итак, жовтенько. Анже ж, ми готувалися. Ну що ж, класне дійсно питання, і ти вже почав на нього навіть відповідати раніше. Це про сучасний світ IT. Якраз те, що зараз достатньо гостро у всіх на язиках. Так, робота в IT стала своєрідним соціальним ліфтом. Престиж, гроші, мода. Що думаєш про це? Я думаю, что это очень скоро закончится. Ну, как очень скоро? Очень скоро в понятиях глобального времени, да, потому что, заметим, мы там в течение последних 20 лет имеем вот этот бум IT, да, а 20 лет в рамках человеческой истории – это вообще ничто.
Ну, то есть, когда-то там пройдет 200-300 лет, это будет, понимать, там, вспышка какая-то, да? Сейчас много компаний работает, больших компаний, как Microsoft, Facebook и так далее, работают над тем, чтобы благодаря искусственному интеллекту, самообучаемости, убрать и автоматизировать работу самой низшей ступенечки в IT, да, то есть кодеров, то есть тех, кто не делает диджитал решения, не тех, кто делает архитектуру, дизайн чего-то, а тех, кто кодит. Ему дали задачку, он пошел и закодил ее. Вот эта активность, да, сейчас все работают над тем, чтобы эта активность стала бесплатной, ну или практически бесплатной. Я бачу, що достатньо багато, да, людей, скажем так, які хочуть заробити достатньо легкі гроші, як вони вважають. Але моє питання буде наступним. Як можна тоді відрізнити, да, оцього чергового пересічного спеціаліста від топового? Це дуже просто. Во-первых, ну, нужно просто... Я обычно такую тему делаю. Когда проводится собеседование, и кто-то, например, другой проводит первичное собеседование и говорит, я сомневаюсь, надо ли нам ее брать, вроде как неплохое, вроде как неплохое, не знаю. Я провожу всегда очень короткое получасовое собеседование, и основная роль этого собеседования – посмотреть, а человек занимается этим по какой причине. Ему это нравится, не нравится? Очень простые вопросы. Посмотреть, как человек делает саморазвитие. Если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, ты не будешь сам пытаться в этом развиваться. Ты будешь, фух, только под меня отвязались, работа закончилась, эй, побежали быстрее домой. Это быстро отсевает сразу, да? Потом ты смотришь, насколько человек умеет, насколько человек профессионал в своих инструментах. Ну, то есть даже вот посмотреть на банальные профессии, там, каменщика, еще кого-то, да, он профессионал в своих инструментах, да, то есть он профессионал своего дела. Насколько человек хочет быть этим профессионалом своего дела. Это очень легко отсеивается. Ты смотришь, как человек работает с инструментами, какие это инструменты и так далее. Если ты понимаешь, что сомнения есть по его технологической части, и плюс к этому, это тот человек, который больше склонен работать в IT, потому что тут платят, и, в принципе, если бы не платили, он бы занялся чем-то другим. Наверное, нет смысла в него инвестировать. Да? В краткосрочку, может быть, и есть, в долгосрочку точно нет. Из него никто не вырастет. И этого предостаточно. Мы можем реально брать супер молодого специалиста без теоретических знаний, да, но который умеет учиться, смарт и умеет находить с людьми язык, и он будет расти просто экспоненциально. Ну что ж, be smart и IT сфера твоя. И моє питання до тебе є наступним. З твоїм величезним досвідом розробки. І наскільки я знаю, що цей досвід в основному з Java. Тобі подобається сьогоднішній стан мови та платформи? И чьи в цієї мови є майбутнє? Я почти был уверен, что такой вопрос будет задан, и мне почему-то казалось, что вы еще зададите вопрос, а почему не .NET? И я себе на него даже ответил, думаю, а почему же действительно не .NET? На самом деле язык программирования в современном мире очень мало чего решает. У нас много языков. Языков куча, да, есть Kotlin, то есть языки даже на той же JVM их масса, да. Кому-то нравится один язык, кому-то нравится другой язык. Это не есть ключевое. Ключевым и то, чего просит от нас бизнес, тот, который диджитализируется, не выберите Kotlin, пожалуйста, и напишите мне на Kotlin. Бизнесу по барабану, на чем это будет написано. Когда мы пришли в микросервисы, и мы говорим о том, что каждый микросервис может, в принципе, девелопиться на разных языках программирования, на разных платформах и так далее, всем еще больше стало по барабану, на чем вы пишете. Самое важное, чтобы вы умели решать задачи бизнеса. Поэтому я думаю, что Java никуда никогда не умрет. И Java как язык, так как такая вот значимость языка никуда не девается. Но под Java есть JVM. JVM — это машина, которая позволяет запускать огромное количество всего. Да? И вот она никуда не денется, потому что на ней базируется куча всего. Сама концепция до такой степени хороша и до такой степени хорошо работает и полезна всему IT-сообществу, что она никуда не испарится, и нету так много сильно аналогов, да, которые бы там прилетали каждый день. Поэтому я думаю, что JVM никуда не денется, Java сейчас сама как язык модернизируется, сейчас каждое полгода мы видим новую версию Java, новые фичи, да, не так быстро, есть много легаси и так далее, но гораздо важнее на текущий момент, уже люди меньше пишут plain кода, ну, то есть простого кода. Сейчас большинство это мы выходим на уровень метапрограммирования. Мы берем уже готовые фреймворки, компоненты, библиотеки и объединяем их между собой, чтобы решить задачу бизнеса. Окей, тебе подобається взагалі, як розвивається зараз ця мова програмування? Именно как язык? Так. Мне все равно.
Тобі головне, щоб воно... Я прекрасно понимаю, что как язык Java изначально очень сильно отстала. Очень сильно отстала. В то время как многие молодые языки там говорили, а у нас тут супер фичи, смотрите, как классно и так далее. Вот, но сейчас она имеет возможность наверстать, но есть альтернатива. Язык — это всего лишь инструмент, да? Если ты знаешь парадигму и ты понимаешь, как это все работает, ты умеешь решать задачи бизнеса, переключись на Kotlin, переключись на Groovy, переключись еще на что-то. Выбери тот язык, в котором тебе комфортно и в котором ты можешь приносить пользу бизнесу. That's it. И ты останешься в Java мире, потому что ты на JVM. Kotlin на JVM, Groovy на JVM, ты останешься в этом же мире. И ты будешь иметь возможность иметь такой полиглот скилл. Ты можешь работать на одном языке, на втором языке, на третьем языке и миксовать при желании, да, в разных случаях по-разному. Но самое главное, чтобы ты умел в современном мире, мы не пишем все с нуля. Это супер важно, потому что если бы мы каждую задачу бизнеса решали с нуля, мы решали ее очень долго. Мы делаем метапрограммирование, мы берем готовые вещи и комбинируем их между собой для результата. Какая разница, в каком языке это делать? Абсолютно не важно. Ніколай, я вдячна тобі, що ти сьогодні до нас завітав і поділився своїм досвідом, який він є, а також дав класні поради молодим спеціалістам, які тільки хочуть почати займатися розробкою. Ну, що спасибо, були цікаві питання. Перед тобою така табличка, яка має з двох сторін різні бажання, тобто було чи не було в твоєму житті. Ага. Надо нейтральну позицію зайняти. По половині. І так, тобі потрібно дати чесні відповіді на мої питання. Готовий? Я завжди чесний. Да. Поїхали. Списував на іспитах в університеті. Відмовляюся від клієнта через особисту неприязнь. Боявся, що твоя дитина стане айтішником. Боявся? Ну, пусть буде так. Окей. Соромився своєї роботи або написаного коду. Може бути. Прописував KPI програмістам? Ні. Окей. Працював чисто за гроші, щоб робота і не подобалась? Ні. Використовував піратські версії програм? Так. Да. Добре, йдемо далі. Хотів назавжди піти з IT-сфери? Ого, так. Да. Скільки разів? Достатньо. Окей, йдемо далі. Чи відпочивав на нудистському пляжі? Да. Окей. Чи були випадки, коли ти вчився у молодшого спеціаліста? Да. Були випадки, коли ти не зміг задовольнити потреби замовника або свого клієнта? Звісно. Чи сумуєш ти за батьківщиною? Да. Був присутнім на пологах? Да. Знімав, да. Нічого собі. Ночував під відкритим небом? Ну, в палатці ночував. Це вважається під відкритим небом? Давай зарахуємо. Це ще тоді було. Йшов з дому? Ну, це дитячий максималізм юношеський. Будемо вважати. В принципі, а вважати, хто да. цього не робив? Хотів повернутися в минуле, щоб щось змінити? Ну, звісно, всі хотіли. І останнє моє питання. Якщо б тебе була можливість зараз зайти у машину часу і повернутися на 20 років тому назад, та дати поради собі там, 17-річному. Які б поради ти зараз дав? О, я знаю один дуже простий. Не будемо філософськи. Лучше вчити англійський. Ну що ж, другий випуск нашої програми підходить до завершення, і ми не можемо відпустити нашого гостя без подарунку. Я знаю, що тебе ми відірвали сьогодні від сімейних посиділок на природі і хотіли б тобі подарувати невеличкий сувенір від нас. Це ого, те, супер. Без чого на природі буде достатньо важко. Це термосумка. Бажаємо, клас. Щоб твій сезон шашликів був відкритим. Супер. Напишіть технічне питання тут під відео. Найцікавіше питання отримає відповідь від Ніколая і наш подарунок.